I'm a boss's bitch, 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 bitch. Oh, you, Vicky, you're so fine, hey, Mickey. И Райан, по-моему, был. Райан. Татьяна. Рояль. Татьяна. Рояль расстался. Что, на вас карта джунглей так подействовала? Я просто сейчас тебя кикну. Веселись, пока можешь. Да, вон синий, красный, синий, красный. Знаешь, что я это? Падаю. Бьют, значит, любят. Это абьюз, по-моему. Я неистовый. Ты неистовый. И я неистовый. Мы будем помогать. Да, настолько в общем. Сейчас я что-нибудь сделаю с ней. Вот, сейчас убью ее. Нет, она ушла, она засала. Да что они все ссут? Идите сюда, блядь. Во-во-во-во! Спирит, спирит, да, у них питомчики! Да, блять! Что ж такое? И нас тоже выгнали? Нет. Только тебя выгнали. Напиши еще в ху! В ху кик! Какого в хуя? Я, кстати, Рай, ну напиши, почему, типа, они меня кикнули, а то ты это, ты же ты знаешь... Ты прям хочешь меня... доебаться до них, да? Рай, ну что ты сразу уходишь? Чего ты ко мне пристаёшь? Нахуй ты кикаешь, блядь, невинных людей? Или твоя подружка настолько жирная, что занимает два места? Типа... Раунд шви. Бля, Карди, не вставляй эту хуйню, пожалуйста. Мне понравилось. Кстати, вот одна девочка, вот, которая очень долго притворялась мальчиком и типа геем, и потом сказали, что да, она гей, она же любит мальчиков. Гинди был человек, который притворялся мужиком. Оказалось, что это просто маленькая девочка. Бля, по-моему, это стандартная история. Да, да, мне кажется. Ну да. По-моему, первый раз я вообще охуела. Эх! Ты горит, блядь! Я передала кому-то на пусте! Блядь! Вот это нихуя себе! Я вам как-то раз говорила, что есть такая штука, что типа, когда ты на первого кидаешь дракона, если он, допустим, далеко, то лучше написать, допустим, единичку, чтобы все понимали, ну, не накидывали больше никто на него дракона, пока он не сработает. Ну, короче, вот. И в моей тиме был один такой, ну, человек, который так делал. Ну, короче, писал цифрами, там, если на ком-то дракон. Короче, и в какой-то момент одни девочки, которые были в другой тиме, они начали... Просто тупо продолжать счет. Ну, типа, вот 2, 3, 4. И так вот до 100, до 100 плюс, чтобы понимали. Люди с приколом, ну что ты хочешь? Жалко, я это не снималась. Это продолжалось не один заезд, чтобы... На фронте. Пиздец. Я не знаю, как это описать. Я спасла Шмидта от возможного крита. Щитом встала. Похуй плюс похуй, так реально. Похуй плюс похуй. Одного другой не передал. Да что это за хуйня такая? У меня тут вообще весело. Я под текстурами бегу. Карди, сделай счетчик. Где вы сколько раз мы сказали, блядь? Сука, вот как там здесь, блядь, вперед выйти, нахуй, вот после вот этого вот. Первый горит на крит. Блядь! Да, забрала дракона с блядь, со щитом. Бойстер горит, да блядь. Нати, блядь. Я ничего не сбыля. Это просто потом и кровью победа на самом деле. Пиздец. Девочки и мальчики. Сладкие как карамельки, не пошмачки, это барбарики. Музыкальная пауза. Кто горит на крит? Блять! Теперь ой, теперь снова Сай.
О, Шмидт! Я это сняла, это тоже. Чучи! Шмидт! Господи! Вторая рука, давай! Херачу! Она горит. Вторая рука. Горит, ой, 9-9 горит на крит. Возможно, он не отдаст. Он отдал. Он дебьют. Ой, там ускорение он открыл. Я взял. Молодец, Шмидт. Соси. Это. Чё, серп убили? Да. Да. Ну да, чё, не слышала подписку? За что? Я хочу токсичить на них. А я же не могу запрещать, ты вроде как не знаешь гильдию, но и... Да. Блин. Вроде как ты не портишь репутацию. Я теперь сам по себе. Одинокий волк. Блядь, опять эту ебанутую исполнила, которая просто на месте стояла, а потом от меня еще шкерилась. Пиздец, она еще так стояла, типа, реально, думала, что она АФК. Подхожу к ней специально, знаете, чтобы дракона передать, она как будто везде, она все смотрит. И как постартанула, когда я к ней подбежала, я такая, не поняла. Этого вегейма нужно кикать, он постоянно тормозит сзади. Ни хрена не делаю. Ну, скачи ты, ёб твою мать, мне ничего не выпадает из-за тебя. Готовься, я тебя уебу. Власть в своих руках. Бесишь меня уже. Я уже приготовилась зажимать, давай. Пошёл нахуй. Я очень добрая. Не ты. Фулл армор. Блядь, мой. Ты как высокий, я могу просто ноги выпрямить и вот так вот бежать. Как, знаешь, велик без педалей. Ногами толкаться на уши. А так мы и выиграли. Я просто ноги вытяну. Сейчас, вся надежда на него. Нет. Не знаю, его оставлять одного. Знаешь, есть два корейца. Те, которые тупые, а есть те, которые в компьютерных этих клубах сидят и так задрочат на это. Задрочат. Ага, задрочат. Задрочат. Какой задрочит, господи. Ты забудь вообще, что я сказала. А чё у нас эти залога? Все корейцы! Ой! Кстати! Блять! А когда они? О, боже. У них там интернет вырубило, по-любому, прям все. В одном компьютерном клубе. Я тут сейчас изнасилую этого. Вот и отлично, держи его там. Ты соска, так что... Блин. Давай догонять-то это. Прям в жопе. Я не хочу выкидывать фаер. Ты уверена, что хочешь дотянуть так до него? Я уже почти тут. Давай, вот палка тебе. О, спасибо. Да, сука. Сука, не закла. Ой, я к тебе его отправила. Держи. Так. Ам. Кого ам? Не знаю. Серый что-то там. Ам. А? Ты что-то там ам говорил. Это не я. А кто? А кто? Кто был? Не знаю. Нас трое. Шмидт молчал, я тоже. Неправда. Это я молчала, а вы не молчали. Что? Да. Ну, Карди повторила за тобой ам, и я переспросила. Да. А я не... Ты говорила ам. У меня все написано. Я специально переслушаю. Сера, отстань от меня. Блять, Сера. На, критом говорит первое. Почему я не прогорела? Чё происходит?
Ну, было написано, что ты как бы слегла. Да? Да почему? Жесть, карт летает. Я кого-то подошла рядом, я не знаю, где он. Он бежит сзади. Ко мне с ускорением. Ну ладно, я его ёбну. Вылетом. Там ой, побежит девочка, блин. Ну, по-моему, ей она... Короче, я в РБ. Да. Кто ты такая? Татьяна. А Джанс Хус, королик, критов гаит Хус. Минут лейтер. Он же горел. Я сейчас умираю все. А если бы у тебя был не крит? Было бы очень жалко. Крова, это предсмертное слово. А мертвых плохо не говорят. Кто ты такая? Татьяна. Какой интересный молодой человек. Какой? Красивый. Который в обычной футболке и джинсах? Да, да. Кошмар, Шмидт, ну и вкус тебе. Че? Тебе нравится. Смотри, ну на рынке явно футболка. Я она ему мала. Я люблю красоту. Ну и что? Это ж хорошо. Булочка. Это значит, что он много ест. Ты его не прокормишь. Карди, почему ты мешаешь мне искать свою любовь, да? В смысле, я направляю тебя, как крестная фея. Так, принцесса, Золушка, и жили они долго и счастливо. О, ни одного великана. Дальше, Белоснежка, прекрасный принц, ни одного великана. Спящая красавица, ни одного великана. Янзель и Гретель, нет. Дюймовочка, нет. Жар-птица, русалочка, красотка. Нет, 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 нет и нет. Кто ты такая? Татьяна. Я спиздила ускорение. Ай, больно, как же больно, они бьют. Ой. Они насрали мне в душу. Кто ты такая? Татьяна. Сейчас, может, пожалуйста. Блядь. Кроме... Татьяна. Из брони вроде, да? Да, да, поехали. Она без попника, без напопника, видишь? А мы же заметили, поехали. Ладно. Этого не было. Кто ты такая? Татьяна. Правильно. Ты чё ко мне подходишь? Ну, блин. Я умру спокойно. Татьяна. Помните, там ускоряшка. Надо менять. Вот по Срайн вперед. Надо, да? Срайн. Ладно. Ужасно. Простите. Опустим этот момент. Кто ты такая? Татьяна. Беги. Райан. Беги, блядь. Палка, палка, не знаю, сделай что-нибудь. Кто ты такая? Татьяна.